Люблю это место. Кругом позитив. Наш комплекс Челомей изначально создавался с позиции заботы о комфорте сотрудников. Отвали, перчатка, сам знай. Я тут не впервые. Мы успеем на выступление? Еще и время останется. Потом на аттракцион исходим. Город Челомей расположен на платформе ИКАР. Передовое достижение науки. Платформа ИКАР была запущена в 1950 году. Тут живут и работают самые светлые умы со всех СССР, включая германскую. Чтобы попасть сюда, нужно быть действительно увлеченным и блестящим ученым. Дорогой товарищ, газировки не желаете? С удовольствием. Опять Сипуха в дереве застрял. Всегда веселюсь, когда вижу. Навигационная система роботов непрерывно совершенствуется. Заметно. Погода прекрасная. Красота. Андрей Михайлович, что они у тебя разбегали? Совсем Вовчика пропустил. Поломались они с утра, что ли? Третьего он особенно сбоит. Мне фасады красить к празднику, а они вон что исполняли. Да, и как вот управление? Я настрою. А ну, держи свинку. О, спасибо, бабуль. Код 0451. Так, давай-ка. Построились. И ну работать. Ух ты! Получается! Спасибо большое! С праздником вас! Доброе утро, сынок. Как настроение? Отдохнул? Доброе, Дмитрий Сергеевич. Так точно, отдохнул. Жду указаний. Как тебе твоя новая перчатка? Лучше, чем старая. Приживается. Иначе быть и не могло. Я лично разрабатывал это устройство. Будь с ней аккуратен. Она важнее, чем может показаться на первый взгляд. Так точно, Дмитрий Сергеевич. Сберегу. Сейчас отправляйся в лабораторию для завершения интеграции перчатки. Сынок, у меня много дел. Михаил Штукхаузен ведет тебя в курс дела. Я свяжусь с тобой позже. Вас понял. Товарищ майор, вам надлежит прибыть в лабораторию. В воздушном порту вас ожидает автомобиль Турбина. Вам все понятно? Понятно, не занудься. Я рад, что у вас не возникло вопросов, хотя бы на этот раз. Иди в жопу, зануд. Неплохо железка исполняет. Хорошая координация. Вы похвалили робота? Я удивлен. Это потому, что он не лезет ко мне со своими советами. Академика Дмитрия Сеченова. Просим вас проследовать в сторону центральной площади. Социальный рейтинг не позволяет сразу получить мысль цвета «Малахитовая сказка». Товарищи, присоединяйтесь к коллективу с помощью системы мысли. Химия, опустись. Хоть поднимайся до небес. Хочешь спись, не хочешь без. Добрый день, товарищ. Подходите, я в полном вашем распоряжении. Желаете получить мысль? Давно пора. Не-не-не, спасибо. Я просто смотрю.
Зачем смотреть, когда можно получить это уникальное персональное устройство прямо сейчас? Я могу подобрать вам нужную конфигурацию, вплоть до цвета. К вашим глазам подойдет фиалковый. Вы ведь уже прошли полимеризацию? Угу. Вы даже не представляете, насколько. Разве мысль заработает раньше понедельника? Конечно. Разве вы не знаете? Судя по вашей униформе, вам разрешается опробовать мысль уже сейчас. В данный момент устройство работает не только в качестве телефона и налобного фонарика, но и позволяет привыкнуть к ощущениям от его ношения. Она же бесплатна? Абсолютно. Давайте я вас подключу. Спасибо, не надо. Очень зря. Убедительно советую вам попробовать. Не пожалеете. С праздником. Эй, ты, перчатка экспериментальная. Я рассчитываю, что польза от тебя будет больше, чем от этой нелепой побрякушки на лбу. Раз ты такой уникальный. В моей уникальности у вас еще будет возможность убедиться. Напоминаю, что вы должны называть меня как раз хранитель знаний. Я тебе ничего не должен, перчатка. Приятие 3826. Разоблачение поддельных страниц сети ОСДЭМ. Инфокиот 55. Показатель... Налетай, приобретай, коллективу подключай. Может, полярное сияние? Фиалковый. Ну, в понедельник-то само собой. Лишь бы завтра с утра дождь не включили. Белье хотела сушить. Надо расписание погоды посмотреть. Прошел полимеризацию предварительно. Чувствую себя великолепно. Начал изучать физику и химию. Кто возьмет прибор? Мысль обретает. Замечательно. Давайте так, чтобы атом в кадр тоже входил. Надо, чтобы статуи тоже было видно. Вот до того края, чтобы было видно. Будет отличная композиция. Давайте я буду дама из будущего, а вы два моих солдата. Есть. Вот так вот. Начинаю съемку. Надо еще как-нибудь. Есть идеи? Так, давай ты с Толиком, будете рабочий с колхозницей. А ты? А я космонавт. Замри. Начинаю съемку. Ну что там, все? Сейчас вместе мы отправляемся. Дорогие товарищи, напоминаю вам, ветераны осталось 10 минут. Проходите мемориальную экскурсию. Познакомьтесь с историей предприятия 3826. Столько счастливых и благополучных людей на улице, как в Китае. Вы бывали в Китае, товарищ майор? Да где я только не был. Но... Ну, в Китае, может, и нет. Предприятие 3826 располагается не так далеко от земли Союзного Китая. Мне нравится дух этих людей. И говорят, там вот красиво. Не врут. Товарищи, присоединяйтесь к коллективу с помощью системы «Мысль». Вы прошли всю войну, товарищ майор. Вы что-то вспомнили?
Ой, ни хрена не помню. После того ранения ни черта не могу вспомнить. Вертится что-то в голове, а что? Не понять. Ебучие пироги, блядь. Побирайте выражение, мы в общественном месте. Да пошел ты. Думаешь, я забыл? Я ничего не забываю. Ник, вечная память героям. Вечный почет. Спасибо вам. Вот так, Вова, нельзя забывать. Никого забывать нельзя. Сеченов до Захаров. Тут все заслуги отмечены. Предприятие сколько лет уж на страже Союза. Товарищи, настанет день, когда человек создаст дружелюбную атмосферу на Луне, Марсе, Венере и других планетах нашей Солнечной системы. Здравия желаю. Майор Нечаев по личному указанию товарища Сеченова. Добрый день, товарищ майор! С праздником! С днем рождения коллектива! Угу. Я безмерно рад. К делу. У меня мало времени. Разумеется. Перед вами будущее советского образования. Личная разработка академика Сеченова – полимерное просвещение. Миновали дни, когда граждане СССР должны были тратить годы на посещение учебных заведений. Сегодня достаточно сделать инъекцию нейрополимера, содержащего информационные знания, например, физико-математического вуза. И вы образованный гражданин! Хотите выучить корейский язык или получить степень по ядерной физике? Может, желаете обучиться игре на пианино? С запуском коллектива 2.0 такие знания будут доступны каждому! Ой, да-да-да, знаю. Можно пропустить эту прелюдию? Простите? Ну, конечно, в вашем случае потребуется что-то более действенное. Однако инъекции нейрополимера все равно понадобится. А товарищ Сеченов знал, что вы придете, и уведомил меня о вашем прибытии, агент П3. Возьмите эту капсулу. Добавили в свою перчатку функции сканера. Сканирующие пространство датчики перчатки посредством нейрополимера установили через вашу нервную систему прямую связь с полимерной сетчаткой ваших глаз. Сканер активируется специально предназначенным жестом. Пожалуйста, вытяните руку с перчаткой в сторону интересующего вас направления ладонью вперед. Сожмите все пальцы, кроме большого и указательного. Большой и указательный пальцы выпрямите так, чтобы они образовали между собой прямой угол. Сканер активируется. Офигеть, блин, кто придумал этот жест? Святая Инквизиция?
Угостись, дочь моя. Хочу заметить, что это очень удобный жест. Он был разработан нашим лучшим специалистом в области передовой методологии абстрактной интерпретации авангардного абсурдизма. А можно мне такую же травку, как у него? Мне показалось, или минуту назад вы сказали, что у вас мало времени? Слушай, заткнись и сканируй, не мешай разбираться с оборудованием. Теперь у вас появилась возможность видеть скрытые от глаз объекты. Возможно, это поможет вам в будущем. А сейчас не смею вас Добро пожаловать, товарищ. Как у вас здесь все украшено? Вам нравится? Все эти праздничные декорации сделаны роботами в честь праздника. А я думал, это нарисовали люди. О, отлично. Значит, у нас вышло сымитировать деятельность человеческого творческого кружка. Благодарю за комплимент. Я могу вам чем-то помочь? Да то, что роботами сразу видно. Вам не нравится. Мы проанализировали десятки работ худруков различных кружков комсомола, чтобы сделать это. Скажите, что именно вас не устраивает, и мы внесем коррективы на будущее. Вы тоже празднуете? Разумеется, ведь мы тоже часть коллектива. Для нас всеобщая полимеризация – это наше предназначение, долг и даже трудовой подвиг. Хотите, я расскажу вам в деталях? Не-не-не, не нужно, спасибо, я тороплюсь. Дорогие товарищи, напоминаем вам, что выступление академика Сеченова вот-вот начнется. Здравствуйте, дорогие товарищи! Я Дмитрий Сеченов, а это предприятие 3826. Добро пожаловать в будущее! Сегодня мы с вами стоим на пороге величайшего события в истории человечества. Вот один шаг отделяет нас от удивительного и невероятного революционного скачка. Который полностью изменит смысл привычного рождения. Это не просто красивые слова. Вы видите, как изменился наш любимый Советский Союз в предыдущие десятилетия. Благодаря моему открытию методу примеров и процессу мини-физической адаптации стало возможным воплощение жизни в глобальной и всеобъемлющей сети коллектив 2.0. Сеть, в которую будут объединены люди и миру. Сеть, в которой человеческая мысль будет управлять машинами. Сеть, в которой каждый сможет забыть о тяжелом, рутинном, низкоквалифицированном труде. Товарищ майор, проходите в холл высоты. Вас ждут. От лица предприятия 3826 представляю вам устройство будущего. Нейронный коннектор «Мысль», посредством которого вы станете важнейшей частью коллектива 2.0, ибо самая важная его часть – это люди. Высокоразумные индивиды, объединившиеся в единый могучий разум, не знающий никаких преград. Именно благодаря этому устройству вы сможете отдавать роботам мысленные команды, изучать науки за феноменально короткое время, иметь доступ
Отрадно видеть, что вы никуда не торопитесь, товарищ майор. Ваша машина уже подана. Код активации вы получите в кабинете академика Сеченова от одной из его телохранительниц. Я, натюрлик. Книжки и прочее. Мысль заменит вам все это и многое другое. Ваши возможности станут поистине безграничными. Люблю это место. Который раз здесь бываю, но не устаю удивляться. Как красиво здесь. Наш лифт только что прибыл. Все это станет возможным после того, как вы разместите мысль возле своего виска. Для совмещения нейроконнектора с вашим головным мозгом вам потребуется лишь небольшая инъекция нейрополимера, которую вы можете сделать на ближайшем пункте полимеризации. Именно там вам выдадут мысль. 5 минут. Всего 5 минут, и вы человек будущего. Товарищ, пройди полимеризацию вместе со всеми согражданами Великого Советского Союза. Стань частью коллектива 2.0. Научись управлять роботами силы и мысли. Покори космос! Зайди на вершину эволюции! Глобальный запуск сети коллектива 2.0 состоится 13 июня 1955 года. Осталось 2 дня. Одень мысль сейчас. Издание Homo Futurum в числе первых. Пришло время. Перейди в будущее. Вот это размах. Наука — это сила. Уважаю шефа за его способность смотреть свысока на непреодолимые препятствия. Для науки не существует непреодолимых препятствий. Кроме болтовни всяких электронных перчаток. Получите код активации автомобиля, товарищ майор. Код принят. Автомобиль ожидает вас внизу. Не задерживайтесь, у вас мало времени. Мы можем вернуться тем же лифтом, на котором поднялись сюда. Спасибо, гений. Без тебя бы я точно не догадался. Сеченов на связи. Прости, сынок, не смог повидаться с тобой лично. Эти репортеры совсем меня одолели. Ну, что скажешь о Челомее? Вы отстроили себе отличный город будущего, шеф. Во всем Советском Союзе такого не найти. Я отстроил его не для себя, а для людей. Человечество стоит на пороге великих открытий. Однажды мы отправимся еще выше, к звездам. Такие воздушные замки перестанут быть просто мечтой. Они будут повсюду и станут отправной точкой в далекие уголки Вселенной. Я лишь помогаю человеку увидеть свое величие. Вы мечтатель, Дмитрий Сергеевич. Фантазии и наука идут рука об руку. Большинство современных изобретений были давно описаны в книжках научной фантастики. Летающие аппараты, космические путешествия, даже роботы. Вы что же, взяли свои идеи из фантастических книжек? Из стремлений и мечтаний, Петри. Человек рожден, чтобы мечтать и созидать великое. Но, к сожалению, в мире есть и те, кто стремится разрушить мечты. И тогда на сцену выходят такие люди, как ты, Сергей, чтобы защитить человечество в его предназначении. Нужно кого-то устранить, шеф? Как спокойно ты об этом говоришь. Надеюсь, до этого не дойдет. Но обо всем по порядку. Сначала тебе нужно значительно улучшить перчатку. Ты отправишься в лабораторию, где тебя встретит робот Терешкова и проведет в комплекс Вавилов. Это понятно?
Так точно, Дмитрий Сергеевич. Сажусь в машину. Здесь должно быть. Весь Советский Союз ликует в связи с обновлением коллектива 2.0. Парады прошли во всех крупных городах. Да, я только что оттуда, не надо. Власти Америки обеспокоены ростом уровня безработицы на фоне очередных гуманитарных поставок роботизированной рабочей силы. Мы заготовили достаточное количество устройств мысли. Дефицита быть не может. Успокоил граждан города Озерск председатель горосполкома товарищ. Можно же просто музыку. Другое дело. И на все деньги купи целое море цветов. Миллиона, миллиона, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Я вижу, вы наконец-то соизволили вылететь на задание. Не прошло и часа. Sehr gut. Я воль, mein Führer. Что вы сказали? Я говорю, связь шалит. Но спасибо, Герр Штокхаузен. Все инструкции академик Сеченов мне уже выдал. Вам не кажется, что это было уже слишком? Не кажется. Даже не знаю, почему ваш ответ меня совсем не удивил. Наверное, потому что я не уважаю шестерок и прохиндеи. Скажите, не сочтите за труд, а вы вообще хоть кого-нибудь уважаете? Уважаю, конечно. Дмитрия Сергеевича, например. Он меня на операционном столе спас. А вот всем остальным еще надо заслужить мое уважение. Ты мне лучше вот что скажи. Какого хрена мы летим на привязанной к роботу Колымаге? Что, нельзя было вызвать с базы реактивный самолет? Перемещение на автомобилях турбина – это дань традиции. Память о том времени, когда предприятие 3826 только зарождалось. И мы ездили на этих машинах в наш первый научный комплекс. Ну ладно, допустим. А почему вашу традиционную колымагу тащит робот, который носит название «Шмель», но на самом деле похож на летающую свинью? На летающую свинью? Вы где-то видели летающих свиней? А вам коровы случайно не встречались летающие? Вон те, что ли, на Кондоре? Я вижу, там какой-то гений вроде тебя забыл установить забор. Ну так они сейчас и полетят вниз. Товарищ майор, с учетом ваших вопросов у меня возникло предложение. Давайте так. Вы будете действовать, а думать буду я. Да пошел ты. Заткнись. Лучше дай послушать. О чем вы собрались слушать? Что вы тут не видели за столько лет? Я тут никогда не был. Не мешай. Кто тут ни разу не был? Вы? Я, твою мать. Ты видишь здесь кого-то еще? Понимаю. Извините. Личной разработки профессора Лебединского.
сейчас вы можете наблюдать работу автоматической фабрики по сборке роботов и сортировке комплектующих для нужд комплексов предприятий. Такие фабрики могут самостоятельно регулировать и выполнять до 100 заказов в час, управляемые удаленным узлом нейросети «Коллектив 1.0». Научный центр Сеченов, основной модуль обработки радиосигналов и управляющий орган узла нейросети. Сейчас мы пролетаем над солнечными фермами под Солу, способными питать электричеством весь комплекс ВДНХ, находящийся здесь же парк Дружбы Народов, близлежащие поселения и железнодорожные нити Маглев. Такими железнодорожными станциями, позволяющими с комфортом перемещаться между комплексами, пронизано все предприятие 3826. Минуя величественную стелу «Призыв Родины», посвященную победе Советского Союза во Второй мировой войне, возведенной по указу партии в 1949 году, мы перемещаемся к территории комплекса «Вавилов», место сельскохозяйственных и аграрных чудес предприятий. Вы наблюдаете стеллу «Серп страны» по эскизам скульпторов Мухина и Кибальникова. Нейросеть «Коллектив 1.0» при помощи роботов самостоятельно возвела стеллу в 1951 году. Можно отметить, что это первая в мире совместная работа человека и машины. Наш краткий экскурсионный обзор подходит к концу. На предприятии 3826 мы всегда рады приветствовать новых специалистов со всех уголков СССР. Уверены, вам понравится жить и трудиться в мире революционных открытий и фантастических достижений науки во славу партии и всего советского народа. Графон начинает боевой разворот! Товарищ майор! Чего она начинает? Почему? Осторожнее! А мне-то что с этим делать? Вот дерьмо! Точка назначения. Товарищ майор, давайте руку! Я провожу вас в комплекс Вавилов. Да что за дерьмо здесь творится? У меня нет информации по этому поводу. Роботы функционировали в штатном режиме, как вдруг неожиданно начали демонстрировать агрессивные... Ой! Эй, ты ублюдок, Желез! Ты что творишь? Полети нахер отсюда, придурок! Как невежливо с их стороны! Работа лифта установлена. Да отъебись ты уже, сука! Наш подъем продолжается в штатном режиме. Сейчас к нам приблизится летающий робот Дрофа и произведет магнитную буксировку. Твою мать, что опять? Ой, пожалуйста, помогите! Держите меня! Да какого хрена?
как же болит башка. Волшебник, я П-3, прием. Сынок, ты в порядке? Я в норме, шеф. Но вокруг меня все совсем не так, как должно быть. И все это явно началось уже давно. Какие будут указания? Предатель Виктор Петров взломал центральный узел коллектива. Гражданские роботы атаковали работников предприятия. У Петрова есть коды доступа к узлу. Тебе нужно найти Петрова и доставить его ко мне живым. Так точно, Дмитрий Сергеевич. Объект операции Виктор Петров. Объект должен быть найден, взят живым и доставлен к вам. Совершенно верно. Отбой. Сколько раз приходилось плыть через полимер, ни разу не задохнулся. Чудо науки, блин. Наш тебе! Эй, перчатка! Слушаю вас, майор. Что известно об объекте задания? Виктор Петров, главный инженер сети коллектива 2.0, был своевременно выявлен и арестован за предательство Родины, после чего был отправлен на принудительные работы в комплекс Вавилов в качестве заключенного. Понятно. Разберемся. С чего начать поиск? В данный момент Петров находится где-то на территории подземного комплекса Вавилов. Необходимо найти способ попасть внутрь. Твою мать, да отвали ты! Пошел нахер, сука! А ну, встреть меня! Чё ты рот
Рот раззявил. Чуть не нахлебался там. Руку давай. Не ожидал просто. Ты будь внимателен. Вокруг сумасшедший дом. Да я уже заметил. Спасибо, мать помогла. Ага. Не за что, молодой. А ты вообще откуда? Да так, мимо проходил. Ты кто такая, мать? Я? Я Зина. Баба Зина. А больше тебе знать не обязательно. Ладно, понял. А что у вас тут происходит? Погибших много? Если ты не заметил, машины накидываются прямо на людей, и те, кто не успел скрыться, им... каюк! Мне бы оружие раздобыть. У тебя есть что-нибудь? У меня есть. Но я тебе свое не дам. Под нами есть комплекс. Вот спустишься туда, там и оружие найдешь. Комплекс? Вавилов? Мне как раз туда. А он прямо под нами. Я тоже туда иду. Там вроде безопасно. Твою мать! Пчела! Чтоб тебя! У нас 30 секунд, двигаем! 30 секунд до чего? До полного пиздеца, блядь, сынуля! До полного пиздеца! Не работает! Иди сюда, Громила! Иди сюда! Быстрей, 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 быстрей! Ну-ка, бери этот ключ и крути вправо! Сука, вправо! Так, вот так. А я их пока задержу. Мать, да ты при арсенале, блин. Ты что задумал? Так. Два дня мне покой давали. Получите! Что-то собаки драли. Черт. А это у тебя откуда? Ты молодой. Может, лучше я? Ключ держи. А я уж тут сама. Твою мать! Необходимо найти способ открыть бронедверь. Без тебя вижу. Не лезь с тупыми советами. Лучше расскажи про этого Петрова. Как его вычислили? Предатель Петров был раскрыт Михаилом Штокхаузеном и арестован бойцами отряда Аргентум. А здесь он как оказался? После суда Петрова вернули в комплекс Вавилов в качестве заключенного для дальнейшей работы. Что, во всем Советском Союзе больше никого не нашлось для этой работы здесь? До запуска коллектива оставались еще не месяц. Меня с главного инженера не имело смысла. Петров должен был закончить свою работу. Вот его и заставили. Ну и что в нем такого особенного? Виктор Петров, бывший главный инженер секретного отдела Академии последствий. Занимался программированием робототехники для сети коллектива 2.0. Ясно. Начали убивать всех подряд. В настоящее время я нахожусь... Эй, кто там? Они нашли меня. Не подходи, у меня граната. Женщина, я старший сержант Ибрагимов. Я человек. Вам нужно пойти с нами, тут небезопасно. А ну назад, чудовище! Да послушайте вы!
освободил. Ролик до конца дня. Не я. Послужит отягчающим обстоятельствам при рассмотрении вашего дела. И восстали машины из пепла. Не видишь, я занят. Старайтесь не пропускать мощные атаки робота. Да они все мощные. Атаки, выполняемые роботом в состоянии энергетического всплеска. Так меня надолго не хватит. Первая железка чуть на тот свет не отправила. В уничтоженных роботах находится капсула с непремом. Нейрополимерным реанимационным медикаментом. Извлеките ее и используйте для экстренного восстановления повреждений. Майор, будет... Лишне собирать прочие ресурсы, встречающиеся на пути. Напоминаю, ваше снаряжение укомплектовано особым рюкзаком Ярова Абалакова для хранения имеющегося инвентаря. Он уменьшает предмет, помещаемый внутрь своего пространства, и возвращает его исходный размер в момент извлечения. Угу. Чудеса науки. Фантастика, да и только. Ты зачем это включила, а? Товарищ Муравьева, велено так при вашем появлении. Приказ у меня документировать. Ну так и документируй себе, а меня записывать не надо. Пропусти, говорю, я по делу. И не товарищ я тебе Муравьева, а баба Зина. Не велено вас пропускать, товарищ... баб Зина, ну распоряжение сверху, не могу. Че это? Всю дорогу я тут ходила, а сейчас не велено. Слушай сюда, либо ты меня сейчас пусти... Либо я потом пройду, а штаны просиживать здесь уже другой человек будет. Ну? Проходите. Так-то лучше. Свободен.
Наградитесь к нему сзади и проведите скрытую атаку. В этот момент я смогу провести полное отключение робота. Миша, посиди пока тут. Я сейчас быстро закончу работу и помогу тебе с отчетом. Лаборант 84, принеси товарищу Кольцову чай. Миш, я быстро. Это что, груша? Она работает? Несмотря на режим аварийного питания? Все груши на предприятии 3826 запитаны от линии аварийного питания и никогда не отключаются. Это позволяет сотрудникам всегда быть на связи друг с другом. Чтобы залезть в грушу, мне нужен какой-то пароль или уровень доступа? Я смогу обеспечить вам доступ в любое из имеющихся на предприятии устройств. Тоже относится к устройствам типа щебетарь, которые вы можете найти по мере продвижения к цели. Понятно. Перчатка. Храс, товарищ майор. Угу. Как вообще этому Петрову удалось взломать коллектив? Предатель действовал не один. Он вступил в сговор с несколькими преступниками. Так их несколько? И где остальные? Успешно нейтрализованы. Но добраться до Петрова без вашей помощи не представляется возможным. Поэтому вы здесь. Горстка предателей смогла взломать коллектив, который создан лучшими умами СССР. Фактически коллектив не взломан.
Превзойти алгоритм защиты, созданный в Академии последствий под руководством профессора Лебедева, не под силу никому. Тогда почему вокруг творится весь этот кошмар? Предателям удалось внедрить в алгоритм коллектива ложный режим агрессии. Из-за этого центральный узел воспринимает всех людей как солдат армии вторжения. Разве наши ученые не могут исправить все это без Петрова? Могут, но это займет определенное время, за которое погибнет много людей, и информация об этом выйдет за пределы предприятия. Как советский ученый, я всегда считал себя атеистом, но сейчас могу сказать лишь одно. Да поможет нам всем Бог. Мы заблокировали фуникулерные тоннели магнитной дверью. Не знаю, как долго мы сможем сдерживать этих роботов внутри комплекса. Ваня, мне показалось, или тот куст переместился? Ваня! Самые порочные границы. Ваня! И речь не только о глубоко заблуждающихся западах. Эй, хрень! Храс! Угу. Чем грозит нам утечка информации? Потеря репутации во всем мире. Советские роботы повсеместно считаются абсолютно безопасными и эталонно надежными. А разве это не так? Абсолютно так. Именно поэтому предатель Петров ударил Родину в самое больное место. Фактически воткнул нож в спину. Он хочет, чтобы весь мир отказался от наших роботов. Вот же сучёныш! Mm-hmm.
Сохранение данных. Твою мать, какого хрена здесь все везде заперто? Как только роботы стали нападать на людей, был активирован экстренный протокол. Территория предприятия 3826 блокирована, включая внутренние сектора. Ну и как мне открыть эту дверь? Данную дверь удерживает электромагнитный замок. Значит, его можно вырубить электромагнитным импульсом. Где его взять? Ваша перчатка может быть снабжена модулем ШОК, ударным эми-генератором. Капсула, содержащая необходимый для установки ШОКа нейрополимер, должна быть где-то на территории предприятия. Ладно, разберусь. Что-то не так. Твою мать! Солдат, очнись. Супер, еще чуть-чуть. Ты как? В норме. Сколько пальцев видишь? 4. Отлично, вставай. Мне нужна твоя помощь. Это еще кто двое такие? Мы принесли тебя сюда. Зажми рану. Зажми. Это на твоей совести. А ты же кто? Врач. А имя у тебя есть? Сейчас мне не до любезностей. Зажим. Зажим, зажим, зажим. Принеси сюда. Сейчас. А это здесь откуда? Быстрее, ну что копаешься? Нейрополимерная капсула. Она не нужна. Как тебя зовут, док? Я Лариса, много вопросов. Так, ладно, держи тут все сама, куда, разберешься. Куда? Она бесполезна, нет оборудования. Уже есть. Отлично. О, хоть что-то сделал. Много вопросов задаешь. Охренеть! Надо избегать луча! Отбегалась железка долбаная. Раз. Куда ведет шахта, в которую ползла Лариса? Сложно прогнозировать. Вентиляционная система имеет очень разветвленную структуру. Ладно, с этим разберемся позже. Это что за монстр на двери? Замок? Да неужели? Открывай уже! Давай быстрее, время уходит. Не могу помочь в этом вопросе. У меня нет функционала для взлома замков. Вам придется самостоятельно отыскивать способы взлома. Не сомневаюсь, что вы окажетесь достаточно сообразительными. Понятно. Ты, как обычно, бесполезен. Попробуй щелкнуть пальцем. Получилось! Детская колыбельная. Не к добру. Раз. Что там за дверью впереди? Судя по голосу Элеонора. Очень опасный противник. Твою
Не позволяйте ей связать вам руки! Да я пытаюсь! Не видишь? Тросы стальные! Поднесите меня к ее сенсор-манипулятору! Скорее! А, как волнительно! Непокорная вас слышу! Меня заводит! Сейчас я тебя заведу! Только добраться до тебя! Обожаю мачо! Я вся горю! Ближе! Я не дотягиваюсь! Сейчас стараюсь! Сильная тварь! Я к твоим услугам, милый! Мечтаю порадовать тебя! Что я могу тебе сделать? Вскоре вам будут доступны и другие умения, а сейчас выберите шок. Скажу, чем на самом деле профессионально занимаюсь на данном предприятии. Я уж видел, ебаный пирог. Буквально. Я открою вам окно модернизации. Горячих и толстых пушек. И поверь моему опыту, милый, улучшить можно что угодно. Оружие это полезно. Зайдите в надлежащее окно мое. Выбрось его, милый. Больше он тебе не нужен. Теперь у тебя есть я. Я сделаю тебе все, что захочешь. У тебя есть, но я способна на гораздо больше. Легкая непристойность топором лишь аванс, мой сладкий. Тебе понравилось, милый? Угу, восторг. Неплохо. Этим грозным оружием ты расколешь черепа своих врагов. Принесешь мне подарки, когда однажды мы с тобой устроим настоящую грязь. Ха, чего бы я тебе подарки-то нес? Потому что девочки любят подарки. Потому что ремшкафу нужны ресурсы, чтобы перерабатывать их в предметы. По счастью, ремшкаф не привередлив. Правда, некоторые улучшения могут потребовать уникальных вещей. Но на предприятии, само собой, чего только нет. Само собой, товарищ майор. Значит, поищем. Я буду ждать прикосновения твоих сильных рук к моему разгоряченному интерфейсу. Так, все, уходим отсюда.
данных.